Мощный взрыв прогремел в одном из многоэтажных жилых домов в Упертале в Германии. Ранены 24 человека. Несколько находятся в тяжелом состоянии. Сразу после взрыва произошло возгорание. Спасатели сообщают, под завалами еще могут находиться люди. Но поисковую операцию осложняет то, что дом может в любую секунду обрушиться полностью. Причины ЧП пока не установлены.